Здравствуйте, с вами Fashion TV и я, Вероника Кравчук. Сегодня в Lotte Plaza пройдет показ в честь открытия нового концепт-стор сети салонов Estelle Adani. Я думаю, что сегодняшний показ, он вообще особенный, сам показ, потому что мы обычно показываем один или два бренда, но сегодня собрали все самое красивое, самое лучшее. Такую историю мы открыли первую в ГУМе, сейчас у нас происходит такой ребрендинг, и таких магазинов появится уже достаточно много, но это первая по-настоящему история с новым лицом. Как вам новый концепт стора от Estelle Adani? Ну, прям так свободно, хорошо, разгуляться есть. Самое главное, это красивое белье, все равно при любых обстоятельствах, оно здесь явно есть. Очень много ассортимента, как кружевного прекрасного белья, так и каких-то таких нужных вещей, типа сорочек. И я думаю, что по цветам очень хороший выбор. Намного уютнее, находиться мне намного комфортнее, представлено большее количество марок. И, конечно, это не может не удивлять. То, что делает Estelle Adani, всегда восхищает, удивляет. И это в какой-то степени классика, которая необходима каждой девушке. Ожидаешь от показа сегодняшнего? Ну, я ожидаю красоты, как обычно, сексуальности, красоты. Атмосфера супер, все ждут уже наконец начала показа. Сегодня зажигают крутые диджеи, поднимают тем самым настроение. Неземное совершенство кружева, что ли, потому что я сама фанатка этого белья. Мне очень нравится именно кружевная линейка. Исходя из площадки, я ожидаю что-то совершенно необычное, потому что, ну, вы видите, это не стандартный показ, нет этих подиум, вот этих тяжелых каких-то там конструкций. Поэтому мне кажется, что-то будет там необычное в режиссуре, сценографии. Я не могу дождаться. Всегда был ярким, дерзким и сексуальным. А Estelle Adani не перестает нас радовать разнообразием моделей в своем новом концепте. А с вами была Вероника Кравчук. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love
Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. Мы любим Fashion TV. I love Fashion TV.